небо прочитает, я вырос, читает Виолетта Пахомова. Девятый детский сад. Кораблик. Мне теперь не до игрушек. Я учусь по букварю. Соберу свои игрушки и Сереже подарю. Деревянную посуду я пока дарить не буду. Заяц нужен мне самой. Ничего ж домой. А медведь и матен слишком. Куклу жалко отдавать. Он отдаст ее мальчишкам. Или бросит под кровать. Паровоз отдать Сереже. Он плохой, без колеса. И потом мне тоже нужно поиграть хоть полчаса. Мне теперь не до игрушек. Я учусь по букварю, но я, как Сереже, ничего не подарю.